Всем привет! Привет, YouTube! Приветствую вас на своем канале «Истории жизни с Эмили Гарден». И сегодня вы понаблюдаете, как мы готовимся к дню рождения сына. Ну и некоторые рецепты в этом обзоре также я вам расскажу. Ну, например, один из прекрасных кремов – крем-чиз. Делается быстро, подходит для пирожен, капкейков, для тортиков – чего угодно. Взбиваем сначала сливки. Все делается 50 на 50, сколько вам нужно крема. Но пока взбиваются сливки, дочь у меня усердно лепит детали для нашего торта. Торт будет в виде джойстика от PlayStation. Не знаю, ни разу не делали мы такого вида торт. И что у нас получится в итоге, тоже даже нет предположений. Но посмотрим. Мне кажется, если долго мучиться, что-нибудь получится. Взбились сливки. Мы их откладываем и взбиваем творожный сыр. И да, если ваши сливки не сладкие, то добавьте сахару по вкусу, чтобы крем немножко был сладким. Немного взбиваем творожный сыр. Главное не перебить, лучше чуть-чуть их взбить. И добавляем потихоньку сливки, ну, смотря сколько вам нужно крема. Я делала 800 мл сливок, значит 800 грамм творожного сыра. Можно делать меньше, можно делать больше. Очень вкусный крем. Крем стабильный, можно им украшать какие-то бордюрчики и даже цветочки. Это делать возможно. Крем такой достаточно густой и вкусный, но еще и быстрый. Я закрыла уже торт мастикой, так добротно у нас там количество крема. И мы хотим повторить форму джойстика и все его детали. Посмотрим, как у нас это получится. Также нужно и украсить гостиную. Там, где мы будем утром поздравлять нашего Максимку, сынишку и братишку. Я решила не откладывать и уже даже оставить потом гирлянды на Новый год, развесить гирлянды светодиодные на шторы. Также я заказала на Валберес вот такой дождик. Но торт готов, и, по-моему, очень даже получился у нас джойстик. Я думаю, мой сын будет доволен. Ведь он даже не ожидает, какой торт его ждет. Ну вот и готова наша гостиная к встрече именинника. Осталось только дождаться утра. Днем рождения! А теперь тихо. Желание. На Новый год. Все загадал. Загадал. Ну что? Сырье помыла, они как блестеть начали что-то. Я же в шоке. Красивые, да? Очень. Может, на Новый год
такие сделаем. Смесь синих и вот с этим. Посмотрим. Красивые тарелки. Да? Вообще, смотри. Вечеринка. Вечеринка. Кстати, такую сервировку можно сделать и на Новый год. А это у меня ткань. Такая вот она. Даже чуть-чуть стрейчевая. Я ее использую как скатерть. Чем она хороша, она не мнется вообще. Отстирывается очень хорошо. Будут вот такие салфеточки. На них уже сервировка тарелочек. И одно из наших любимых блюд, особенно любят это блюдо у меня дети, это рыба от шефа Рамзи. Рыба, запеченная в тесте. Берется лосось, делится пополам. Нужно сливочное масло, зелень. У меня замороженная зелень. И вот такая зернистая горчица. Раскатываем слоеное тесто. Также оно нам понадобится. Средней толщины раскатываем пласт и укладываем на этот пласт рыбу, одну часть. На эту часть мы выкладываем сливочное масло с зеленью и распределяем по куску рыбы. Рыбу желательно положить в центр теста. Солим, а другую часть лосося смазываем щедро, обильно зерновой, зернистой горчицей. И также можно ее посолить. Эту сторону накладываем сверху сливочного масла, сверху другой части лосося. Как бы зерновая, вот эта зернистая горчица и масло будут в середине вашей рыбы. Затем все накрываем и снизу, и сверху слоеным тестом. Но очень хорошо подгибаем края, чтобы сок с нашей рыбы не выходил, не вытекал. Укладываете данную рыбу на пергаментную бумагу на противень. Еще раз проходим по краям, чтобы ничего у нас не лопнуло, не растрескалось, не вышел сок. Но если даже это произойдет, ничего страшного. Я делаю сверху вот такие надрезы. Также делает и шеф Рамзи. И ставлю в духовку под 180 градусов на час. Тогда рыба точно пропечется. Ну все, вуаля, праздничный стол готов. Начинаем отмечать день рождения Максима.